ребята! Добро пожаловать в наш океанариум! Упс. Похоже, Виктор сегодня особенно игривый. Винтер так вдохновляет меня. Правда, она замечательная? Твоя самка бутылконосого дельфина. Она не справляется. Сюда никого не пускают. Винтер себя плохо чувствует. Она так и не выплывала? Нет, трудно даже уговорить ее выплыть поесть. И бекон пробовал? С моим котом это получается. Винтер, нужна другая самка в пару. Даю тебе 30 дней, чтобы все исправить. Моряки подобрали выбросившегося на берег дельфина. Клей, это девочка. Всем приготовиться, когда подъедет грузовик, вы слушаете только один голос, мой. Сойер, я хочу, чтобы ты был рядом. Вот они! Она такая маленькая. Ее нужно быстро в воду. Я сам отнесу. У нас осталась только Надежда. Так ее и назовем. Привет, Надежда. Как бы нам свести ее с Винтер? Нельзя просто кинуть вместе двух дельфинов в воду. Если они не поладят, мы потеряем Винтер. Что мы должны сделать? Это большой мир, Сойер, и тебе придется встряхнуть его. Я знаю, Винтер, мы должны дать ей шанс. Пусть ничего не выйдет, но надо хотя бы попытаться. Сойер прав. Полностью согласен. Чего ты хочешь? Сюрприз! Мы не знаем наверняка, есть ли между дельфинами дружба. Похоже, что есть. И это здорово. Все готовы? Хорошо. Выпускайте Надежду. Да что с этой птицей? Чего она хочет? Она хочет пару.